вот, мы, значит, только что чуть тут все не погибли. Ну, не то чтобы прям погибли. А этот болван? Болван? Этот болван достает, не знаю откуда, кольцо. Кстати, где хоть ты его прятал? Ну, не при дамах же. Можете себе представить, в каком я была отпаде? Ну чё, стильно, братишка? А Конрад там разве не собирался принести нам еще пиво? Ну, может, подумал, хлебну для рывка, потом напился. А как напился, так и про нас забыл. Ну и выпил все, что там было, в одно лицо. То есть подобный феномен уже наблюдался? Да, я за ним годами наблюдаю. Пойду поищу. А, мы из самолета пулю вытащили. Да? Я внизу оставила, можешь глянуть. Вот. Ты скоро будешь миссис Смит, как ощущения? Всем доброго времени суток, друзья. С вами Саня, Злой Нот, и... И Аннет, да, я тут маленько затупила. По-честному? Да не-не. Я как-то не думала, но звучит и в самом деле неплохо. В общем, проходим, значит, продолжаем прохождение. Все запланируем и обсудим. Медал медали, это как он идет? Медан оф медал. Медан. Так, а что происходит? Папа может оплатить счет эмоционально. Спланируем все вместе. Вот будем, короче, самостоятельными. Я быстро учусь. Теперь а что он вообще спрашивал? Типа про свадьбу. Я боялся, что ты откажешь. Огорчение, заверение. Не знаю, тут сама лишь я, хз. Короче, мы будем радоваться свадьбе. Ну, конечно, я бы согласилась, балда. Не будем уж парня расстраивать. Ты сказала да. И я прямо увидел, как перед нами развернулось будущее. Миссис Смит. Он потому что кольцо непонятно где прятал. Промолчать. У них будущего не будет. Я люблю тебя. Да ладно. Поцелуйчики, поцелуйчики. Фью. Куда все делись? Теперь придется блюрить. А то мало ли, тут же контент поставят 18+. Вы что? Они дотронулись губами. Не знаю, я как-то отвлекся. Идем поищем. Идем. Меньше надо рукоблудствовать, отвлекся он. О, давай, давай, давай. Вот это интересно. И подожди, что, никто ничего не замечает, что они... Великая охрана! Не-не, промолчать. Пусть этот, как его хотят. Что, в смысле? Мы ж промолчали. Извините, не знала, что вы тут в бутылочку играете. А, точно, пиво. Я уже несу. В смысле? Так мы ж промолчали. Как они узнали? Ну, типа, они почувствовали. Что-то неладное, что на них смотрят так-то 4 глаза. Да уж. Что-то как-то все быстренько так это... Те поцеловались, другие поцеловались. Это одни поцелуи. Так, раз мы все собрались, давайте рассмотрим навигационный планшет. Может, поймем, как сюда попал самолет. Где планшет? В твоей сумке. Ага, принесу. Нормально. А что со светом или освещением? Что происходит? Ну что-то как-то темновато, типа ночь. Не, просто такое резко было. Светло, темно, темно, светло. Я такой, оп. Что это, пейджер? Сейчас хом-видео увидим. Давай, давай, давай. Хом-видео. А, тю. А зачем под водой? Хотел, чтобы запомнилось. И запомнилось бы. Да, мы тут нафотали. О, что-то было написано. Ну ладно. Что-то, наверное, типа американский там чего-нибудь самолет. Еще что. Фига себе, он нафоткал. Самое прикольное, по сути, камера слабенькая. Ну, хотя фиг его знает. На такие фотки, как будто там полная, я не знаю, суперпрофессиональная камера. Хотя фиг его знает, может, они как-то, ну... Так, здесь мы все смотрели. Вниз идти. Не, ну вообще круто. Яхта там, что-то там. Что там? Компания. Пуля. Отлично, стоило ли ее брать? Да нет, ну мало ли. Так, где в сумке? Там где-то сумка же была, по-моему, да? Кстати, а мы на самолете могли картину пропустить? Может, там где-то какая-нибудь фигня висит? Или мы там открывали? Куда ты пропала? В смысле? Нашла планшет? А, ой, извини. Я уже плохо я помню. Чё-то я не успела даже дойти, он уже за мной прибежал. Я говорю, ой, я же говорю, ногу она хорошо подрапала, смотри. Ага, пошли. Нога сильно пораненная, обржавую. Иди сюда, красотка. Что, и эти пообжиматься? Ну, ёптите вашу налево. Легче, тигр. Нас там ждут. Полегче, тигр. Вот он. Они же вроде за планшетом пошли. Да, бумажку бумажка взяли. Какую-то, да. Что-то я маленько потерялась.
Какое-то неловкое молчание. Кто от этого откажется? Внимание, зацените. Что? Маньчжурское золото. Реальные затонувшие сокровища. Что скажете, Кэп? Координаты? Ну да, это координаты. Пункт назначения самолета? Сможем завтра туда дойти? Это пара часов отсюда, ну, по погоде. Ого, а еще что нашли? Блин, как она... Сбили. В нем полно пулевых отверстий. Как она поняла по координатам? Координатам, два часа езды на лодке. У них GPS в голове вбит уже. В смысле? Я же говорила, ничего там не трогать. Ну хватит, не начинай опять. Я сейчас не про закон. Ну, мертвых они не сердили. Нет, вы творите, что хотите. Нельзя было там ничего трогать. А что будет? Ну, не знаю, промолчать или никто не узнает. Я вот не понимаю, что... Да, ну, мы типа с ней поссоримся, ну ой, ладно. Да ладно, никто не знает, что мы там были. А призраки не расскажут. Вы, американцы, все одинаковые. Чужие традиции ни во что не ставите. Какие чужие традиции? Вам вообще не надо было туда спускаться. Это не к добру. Думаете, можно смело тащить оттуда, что хотите? Но у всякой вещи есть своя энергия. Вы зовете призраков с морского дна. Началось. Ха. Об этом я как-то не думал. Да ты вообще редко думаешь. Просто раньше я не слышал таких крутых страшилок. Это вам не страшилки, не развлекалочка. В океане тонут люди, их могилы надо уважать. Я согласен. Да вы что, серьезно? Много страшилок знаешь? Ну, есть одна история, случилась прямо в этих краях. Излагай. Будем вместе бояться. Белый показал. Давай послушаем. Что, послушаем? Да, давай. да. Мы все уже заинтригованы. Только Белый она пока довольно бредовая. Самый интересный. Ну давай, напугай нас. Ладно, поехали. История реальная. Случилась прямо тут рядом. В очень старом маяке. Ну да, классика. Да ну, не верю. Откуда знаешь? Она была начертана на истлевших страницах древнего журнала, который я откопал в кармане самолетного кресла. Тот маяк стоял в атолле, отрезанный от внешнего мира. Луч света во тьме, отрада моряка. Смотритель слышал, как волны бьются о скалистый берег. Вдруг из тумана выходит женщина. Она вся в крови, еле бредет по берегу. Без сил она рухнула смотрителю на руки, рыдая. Он привел ее на маяк и стал расспрашивать. А мужик-то молодец. Ловко. Да. Ну, цели промолчать. Или веселье. Ну, блин, не знаю, веселье. Да, веселье сделано. Только об одном и думает. А она говорит, я живу здесь, на маяке. Мои родители сейчас наверху. Внезапно. Смотритель, конечно, сказал, вовсе нет. Он много лет живет тут один. А женщина все доказывала, что ее родители наверху. И вот, они идут наверх маяка, а там, на полу, лежат мужчина и женщина, жестоко убитые топором. И тут топор. Ну, у кого в наше время есть топор? Рассказываю, как есть, только факты. Двух человек порубили на кусочки. Даже у меня есть топор дома. Да у всех есть топор дома. Жуть какая. Стоит приукрасить... Чё? Чё? Приукрашиваем? Провокация. Не, знаю, не промолчать. Ну да, иногда надо приукрасить факты, чтобы ярче засияла истина. Понимаю. Ладно. И кто убийца? Короче, женщина, захлебываясь рыданиями, сказала, что это ее муж. И он там. Сидит в шкафу. Муж, значит? Предостережение всем будущим женам? Эй, не отмажешься. Ты попалась. Тогда смотритель подкрадывается к шкафу, открывает, и так и есть, внутри человек. И он глотку себе вскрыл. Смотритель в ужасе пытается разглядеть лицо мертвеца. Ближе, ближе. И видит, что это он сам. Кстати, глаза а их не пугает вылезает, на заднем и он кричит. Фоне? Бляха, козел. Вот я про это хотел сказать, про грозу на заднем плане. Их не пугает? Да их, смотрю, ничего не пугает. Круто. Круто, да? Ну да, да. Офигенная история. Здорово. Да, кровище ты не пожалел. Ну ладно, повеселились и хватит.
Надо лечь поспать, а то погода портится. Не-не-не. По стандартному морскому регламенту перед отбоем мы обязаны выпить еще по пиву. Это что еще за регламент? Да у вас уже пива нет. Это какой пиво? Протокол... Да мне кажется, они это-то еще не выпили. Так я про это же. Или они имеют в виду по глоточку? Может быть. Про в любой непонятной ситуации пей пиво? Закон есть закон, мэм. А что, хороший сайт. Рубишь фишку, друг. А вот мне интересно, как их нафиг не смоет при хорошем шторме? Там лодочка такая, псю, и все. Ну, я так полагаю, нам, видимо, шторм-то и не покажут. Да нет, нет, мне кажется, они как раз попадут под самое такое, кобздец под самый. Че, они правда спали? Серьезно, я бы фиг уснул бы. Когда тебя болтает, как я не знаю, в пробку, наверное. И я бы не уснул бы. Уж больно оно, ну, как-то нестабильно. Ох, твою ж налево. Призраки. Накаркало. Хотя на теле... А, может это не призраки, может это негр? Ну, и в плане афроамериканец, которого они там на корабле. Да, кстати, надо аккуратнее, аккуратнее со словами. Да я думаю, это те с лодки. Да, вон руки есть, все есть. Ой, ёбамаять! Я как всегда ничего не успела! А! Ну хоть так, молодец. О! Хоть тут успела. Красава, хоть бутылкой. Шикарно. А боли разделили. А я рассеялась такая, просто сижу. Че, молодцы. Ну ладно, хоть бутылка жахнула. Ну он ему в рожу дал. Да, да, это эти. Обычные обряды. Только я не понимаю по поводу картины, а какой фиг разницы? Ну, то мы так и знали, что тут будет козлом, ну и чё? Ну мы ж никак не повлияли на это, можно было бы хоть как-то повлиять? Типа не ложиться спать? Давай снять ленту, снять ленту. С кого? Мужику, негру, негру, афроамериканцу, они оба. Да я думаю, потом, наверное, он и есть снимет. Наверное. Да. Ой, теперь иди ты к моей заднице, тебе твоя очередь. Просто шикар. Да, снимай. Давай, снимай ленту. Что у них за игры? Ну, что-то странно, мы одно двум сняли и начнем говорить, как мы всем не снимем. Что за ролевые игры? А где блондинку оставили? А вот блондиночка. Ну, давай, давай, теперь твоя очередь, давай. Не хватает только этого, братца. Джули, ты как? Да. Нормально. Сейчас надо братца проведут. Ой, это я так ему бутылкой зарядила? Наверное. Эй! Эй! Пусти! Хватит! Блин! Ну понятно, зачем ее забрали. Только чё, её, а не блондинку? Но она капитанша. Да я думаю, ее для другого дела взяли. Кому там эта капитанша новость нужна? Хорошая и плохая. Плохая? Да куда уж хуже-то. Плохая новость в том, что это могут быть рыбаки, которых я взбесил. Молодец, Конрад. Отлично. Красота. А хорошая? Ну, я их узнаю. И что тут хорошего? Я думал с этого пункта начать. Боже, ну ты и кретин. Эй. Что они с нами сделают? Не волнуйся. Хотели бы убить. Съедят. Давно бы убили. Если просто убьют, это еще полбеды. Ну что, развязываемся, наверное? Да, развязываться. Кого осматривать тут? Освободиться. Срочно. Черт. Блин, только так, не оба ВГД. Подожди, а что они к бабе не сделают? Она же, ну, руки... Баба уже руки перед этого. А! Успела! Так он дал все-таки по морде? Нет, он промахнулся. Никто не знает, что ты здесь, детка. Здесь никого, кроме нас. Давай-ка развлечемся. А не пошел бы ты нахер, дерьма кусок.
Какая сильная независимая. Так а чё его бить-то? Это она тебя послала? Ну типа бабу не можешь ударить? Вот мудила. Чё, он его убьёт сейчас? Да нет, побьёт. Серьезность. Даниил, давай легко мы сыграем. Ну да, ты прям дамский угодник. Он же крутой мужик. А этот, блин, одноглазый, в общем, нехороший человек. Блин, мы зря доигрались, наверное. Нормально. Стойте! Не надо, прошу. Слышь, ты чего? Че, пошел ты? Пошел он! Он, мне кажется, меня убьет. Я тебя убью! Все лишь кусочек отрезал. Мы тебя за это убьем, сука ты. Поганая. Потом с ним разберемся. Потом с ним разберемся. Потом мы тебя закопаем, козел. Самым скрытым. Я что-то сомневаюсь. Позорным образом. Да не, разберемся, разберемся. Веди себя хорошо, малыш. Малыш. Че, возмущаемся? Да твой. А, вот он, братец. А вот теперь момент будет какой-то. Так, готовься. Сейчас будет удар правой, левой. Сейчас будет. Удар правой, удар левой. У вас хороший есть, сынок, вариант сейчас этого козла убить. Дай ему в рожу, правой, левой. Господи, Конрад! Да кошечка за ухом поцарапала, подумаешь. Он мужик. Эй, руки убери. Вот, дай ему. Сволочи! Да в смысле, зачем стучать? Что за идиот? Гондон. Хлебар, закрой. Ё-моё! Хороший ответ. Да. Флис не тронули. Ага. Да, флис, да я не, смотрю, да, трогать не буду. Так, поменять немного, все. Брэда видел? Не бойся, он прячется. Давай. Повернись. Крутой ну, белый мужик. Ножницы достал из откуда? Из руки? Руки не, не знаю. Как приведут. Как это? Откуда и кольцо? На них да. Не говори. Так, идут. В смысле, он же видел, что ты руками махал. Попробуем на него напасть. А тут что, совсем тупой мужик? Ну видел же, что ты руками махал. Не. И не говори, что за хрень? Я не понимаю, почему никто не встал за стенкой. Ты как? Что, дверь не придержать. Ничего, не трогали меня. Они спрашивали о родителях. Что? Сколько у них денег? Алекс, прости меня. Что? Что такое? Они кольцо забрали. Джули, ничего, ничего. Подумаешь, я его на ярмарке дешевку купил. Кольцо забрали. Я тебе еще десяток таких купил. Опять он из-под задницы достает эти ножички. Ага. Так ножички надо мужику отдать, он бы воткнул у кого-нибудь глаз. Ага. А что она сказала? Ну, типа надо бы решать, думать, что делать, и кто. Да давай сейчас призраки все порешают. За вас сейчас порешают все призраки. 8 секунд. Чё 8 секунд? 8 милях. А. У них был катер, может его угнать? Да. Да, у них катер. У главаря есть пистолет. Ну, кто-то может пробраться на катер. Дать сос. Давай, так, эти ублюдки за все заплатят. Я могу пробраться, да? Агрессия. Агрессия? Давай, давай. Эти ублюдки заплатят. Надо их вырубить. Крутой. Мы отобьемся и заставим белый мужик.
Не, это, кстати, плохая была идея. Я готов уже. Потому что он кого-то застрелит. Судя по картинам. Отлично. Я вылезу в окно, обойду по борту и нападу оттуда. Мы нападем с другой стороны. Не бросай нас, ладно? Ладно, пошли. А ничего, одного мы убьем. Ну, блин, того козла мы тоже, наверное, собьем. Одного убьем. В смысле, я нажала на мышку? Ничего не поняла. Ну ладно. Конрад, мы на другой борт нападем вместе. Да окей, окей, мы поняли. Аня, готовься. Мы поняли, что мы сейчас проиграем. Готовьтесь к смерти. Во, S. А, подожди. Когда нажимать? Спокойно, спокойно. Тык, тык. Кони, давай! В смысле? А, все нормально? Окей. Кони, нож, давай. Бери нож! Схватить нож! Пойди! Бей ему в рожь! Да чтоб тебя! Схватить нож! W, W! Да, да что? Аня, готовься, сейчас будет что-нибудь! Аня проиграла! Ты полудурок! Полудурок! Да стреляй уже, полудурок! Этих тащи! Да что такое? Я вместо В на С. Все, пока. Веди их вниз. Держи. Стреляй, если надо. Стреляй. О, да, может, хороший вариант. Сделали. Мы настолько неудачные, неудачники нубы, как говорится, что нам вообще дали супер шанс, чтобы мы всех постреляли сейчас. Вон там. Ты. Сюда. Сядь. Ты сюда. Живо. Нубики. Слушай, стойте, сволочи. Это моя яхта, эй. Заткнись или я тебя врежу. Как следует. Следует. А что они там пытаются найти? Бухло, пить, поесть. Сюда. Сюда? Вы уже 5 часов на этой яхте и только сейчас увидели бумажку, а сюда? Не говори. Ну ладно, я там, простительно... И кто из вас мне расскажет про это? Полушлепой. Манчжурское золото. Манчжурское золото. Кто расскажет? Ой. Я игрок от бога вообще. Ну слушай, они все живы остались, это круто. Самое главное. Фигня вопрос, надо, как говорится, чтоб хоть кого-то замочили. Я уже готов к любому финалу. Хоть кого-то пусть развалят. Так нечестно, какой-то бред какой-то. А чё он его обтирает лоб? Ухо будет завязано. По башке ж там жахнули. Такая белая сейчас, кошмар. Эй, Конрад. Сделал, что смог. Так! Заткнулись живо! Заткнулись живо? Чё? Грессируем? Или разговариваем? Давай, не знаю, давай погрессируем. Да хватит тебя крутого изображать. Мы пока только агрессируем, но на деле. Чё в положении? Я скажу. Флис в этом замешана. Она с ними плавает в одних водах, так? Она тут капитан, а ее не тронули. Слила им про маньчжурское золото. Опа. Они в сговоре. Не знаю, тут уж как хочешь. Ты с ума сошел? Агрессируй. Как тебе в голову эта хрень пришла? Как ты только смеешь, мажор чертов. Как ты только... Вы все заодно. Он вообще-то это мажор. Это ловушка, и ты мажор нас подставил. Мажор блондинчик. Рот закрой. Какой-то развод крутой. Надя, держи пальцы на клавиатуре. Твари! Таким образом я их доведу до спасения, ни разу не сделав ничего. Со мной. Эй, оставь ее. Так-то был крутой план изначально. Она должна была пикалеткой. Узнай, сколько продлится шторм. Но только давай без глупостей. Окей. А то сильно пожалеешь.
У тебя даже пистолета нет, ты его отдал. Что ты сказать можешь сделать? Даст пистолет. В Милан запрашивает сводку погоды. Прием. Ну эти губы прям. Все нормально? Прием. Капец. Попросить о помощи, сильный шторм. Да не знаю, вызов или да не, будем. Я просто хочу про шторм узнать. Я думаю, их убьют. Я все хочу. Да ладно, хотя посмотрим. Прием. С востока идет большой шторм. Он вас сильно зацепит, но в течение часа должен уйти. Все в порядке, Дюк? Скажите, если нужна помощь, обычно вас не пугает ни погода. Он, давай, помощь. Окей. У меня тут возникли трудности. Все пошло немного не по плану. У нас начались серьезные проблемы с... Эй, я осторожен. А, да уж. Ну, сейчас, как говорится, посмотрим. Ну, хотя бы сказал, что не все по плану. Нет! Немного зацепит. Ну все, давай, топи нафиг. Слушай, может быть, я своими промахами и в жизнь только спасаю. Я-то... Смотри, первый вариант ее ничему не научил. Так же стоит, криво-косо, и походу в том же месте. Ее точно сейчас смоет. Аня, готовься. Ольсен, выбрасывай все, что можешь. И себя тоже выбрасывай. Это минус Ольсен. Смотри, 100%. Пусть Ольсена тоже сбросит. Ухватиться. Помочь. Кому-то надо помочь? Не, ухватиться. Это я читал, пошли, чтобы... Пошли, зафиг. А кому помогать-то? Что-то о, вылазит-то был... оттуда. Вперед! Нет, только не в ЭЦД было Коломане. А чё не вылезли? Ну туда вода типа попала. Ну чуть-чуть под... накапало и что? А тут лучше, когда их мотыляет. Они даже хорошо, схватиться ни за что не смогут. Заботишься. Нечего сказать. Так держать, Флис. Чё ты на свою... Кто-нибудь знает, где Брэд? Он где-то прячется? Чуху грузишь. Брэд под одной из коек. В одной крови. Что там? Он поможет? Тревога, оптимизм? Не знаю, оптимизм пусть будет. Ясно. Молчите об этом, он может нас выручить. Про Брэда молчим. Лучше он будет там. Да они так орут, тихо. Блин, уже все узнали, даже у нас здесь здорово. В Сибири. Он же может там погибнуть. Как? Брэд взрослый. Не пропадет. В смысле? Там ну, погибнуть? Вы что вас... Под лодка кроватью уже... лежит. Я вот не понимаю, а что, уже лодка полностью потонула, что ли, что может? Да черт его знает. Опа! Ну точно корабль-призрак. Один в один. Там тоже во время шторма вот такая фигня вылезла. Вау! Точно! Один в один. Что происходит, точно? Ну это получается корабль изначала, да? Ну да, да, да. Только я не понимаю, почему его об них шмякало. Пока никто не умер. Пока. Все могло сложиться совсем. Не благодаря нам, мы старались. Я так мазала, чтобы все сложилось. Что происходит, ёпта? Даже чувак, наверное, в шоке от наших действий. По доброте душевной, я мог бы некоторым образом предупредить вас о том, что грядет. Хотите? Нет. Нам интереснее так. Что будет, то будет, да? Да, да, да. Окей. Справитесь сами. Конечно. Дивно. Возможно, глупо. Скоро мы это выясним. Да там начнется такой лютейший трэш. Сейчас начнем теперь, всех месить. Когда напряжение достигло определенной высоты, я думаю, больше мне так не повезет. Вернуться к своей истории. Да я тоже думаю сейчас. Они сейчас разделятся. Совсем не так, как кажется на первый взгляд. И начнется трындец. Бухлишка. Чувак, посмотрев на нашу игру, решил выпить. Ну его в баню. Не следовало мне этого говорить. Сихи. Да, не стоило. Спасибо, что ты нас так подбодрил. Сволочь.
Я не понимаю, блин, их так объекты тут мотало, что мало. А и она выше была? Что-то она какая-то низкая уже какая-то. Этот, ну, корабль. Дверь, дверь, скорее, дверь! Чё? Там дверь какую-то нашел где-то. Я тоже не понимаю. Где он там и увидел эту дверь? Я тоже не понимаю. Вот. Ну ладно. Джуниор, сними крышку там тумблера. Я не понимаю, то ли француз, то ли немец, вроде то как ли... по-французски говорят. А мне кажется, немец. А чё? Пираты? Понятно. Что это? А, типа у лодки забрали что-то там, карбюратор или кого? Давай, вперед, вверх, вниз, вперед, право, лево. А, он этих гонит туда? Наших? Ну, да, да. Наших, которые... Которых я так спасала отважно. Ага, ну не попал, не по одну. Это керда, сейчас тут начнется... Полный оп, оп, оп. Видишь, говорят по-французски, чёрт. Куда мы попали? Да мы попали. Блин, зачем сюда лезть? Нет уж, спасибо. Не знаю. У них, правда, один пистолет, больше ничего нет. Зачем, ну, типа, лезть? Золото, не золото. Я так понял, это корабль появился во время шторма. Это вот как в фильме «Корабль-призрак». Тут появлялся тоже непонятно как. Какой большой корабль? В. W, это для нас специально сделано. Здесь просто гребаное кладбище. Ну, я прожал, и чё? А, типа, просто вперёд. Да иду, я иду. Вы все туда. Туда. Иду, иду. А чё за токсин? Нам же так и не рассказали, что за токсин, чё он перевозил, какой. Хотя приоткрыли вот немного тайну. Так. И чё там, а? Ты, блин, придурок! Чё не нравится, я хотел посчитать. Мы бы прочитали, чё там написано хотя бы. Идиот. Может, там написано, будьте осторожны, здесь корабль, здесь живут магия. Мутанты, которые, а, токсины, убивают призраки. Людей. Вон, ноги висят чьи-то или что это такое? Да, фигня какая-то висит, если честно. В плане, типа, там, цепи, шмепи и так далее. Интересно, токсин за столько времени выветрился? Опять, что ли, порезалось? Да сколько можно? То в корягу какую-то, то... Да не говори, как так можно было идти, типа, браслетом зацепиться? Ёпа мать. Там сзади чел. Да ёп твою мать, там сзади чел. Ну, какая разница? Да ёпа мать. Он не дает мне пойти к челу. Ну ладно, вперед так вперед. Ну иди. Шевелись. Шевелись. Я не подписывалась на этот ужас. Что-то тут есть такое жуткое, что аж волосы на всех местах шевелятся. Страшно буду, у тебя там какие волосы. Крестик. Ну, он никому не помог. А почему отсюда не свалить? Не хочу я на этот корабль. Вроде брать ничего нельзя. Заткнись. Хочешь даже дальше. Знать, что мы найдем, а дальше я дальше не причел. Чё-чё? Чё-то шоколада надо. А чёрт. Что это? Мы уже с ними ходим, как с друзьями. Ну, чёрт. Ой, ёб твою мать. Крыса, серьезно, что она жрала всё это? Ну, в принципе, ладно, дурной вопрос, что она жрала. Там куча трупаков. Вон, там что-то мигает. Да-да-да, вот я бегу. Если меня не выхватят, как обычно. Что-то не дали прочитать. Ну, потом почитаешь, наверное, прочтешь. Наверное. Куда идти-то, господи, поджимай? Не знаю, ну на чек очень похоже было, наверное. На какую-то фиговинку. Дом. Ольсон, я им порт ищи! Ольсон, здесь дверь. Здесь, здесь. Вы все, марш в каюту. Марш в каюту. Он перевел. Отлично. Подождите, она же братец-то на лодочке еще на той. Ага.
Ну, может, он их как-то спасет. Или не умрет. Ой, ё-моё. Эй! Тут совсем темно! Дай фонарик! Дать им что-нибудь. А... Спасибо. Чтобы они уйти смогли. Да зачем вам фонарик? У нас лампа есть. Ну, блин, и мало ли, вдруг она нерабочая. По сути, я не знаю, там на чем эта керосинка, потому что там уже 100 лет уже ничего нету. Ну, горит. Ага, хороший вариант, Аня. Как раз рука дернется, керосинка упадет, все сгорит. Черт возьми, что это за место? Кладбище какое-то? Так, недоимки вроде испугались. Недоумки. Покинуть корабль. Ну что, покидаем? Давай, не, промолчать. А, да? Нашим наблюдением это какой-то корабль. И он заброшен, поэтому рискну предположить, что это заброшенный корабль. Думаешь, корабль маньчжурское золото? Мы сейчас поблизости от тех координат. Как ты эти координаты вообще? У тебя там контурная сидеть. Карта в голове, нужен я не знаю. План. Ага. Мне кажется, мы сейчас не в том положении. Интернет, Wi-Fi. Как только они расслабятся, надо этим пользоваться и валить с корабля. Правильно? Одобряю. Здесь опасно. Давай, валим, валим. Эта ржавая корыта в любую минуту может пойти ко дну. Мы уже пытались сбежать, и, по-моему, ни хрена не вышло. Надо вернуться и найти Брэда. У них крышка трамблера. Без нее мы никуда не уплывем. Есть маленькая лодка. Надежда. А мы можем, типа, заменить ее? Крышку трамблера так не заменишь. Эти сволочи наверняка хорошо знали, что делали. Пока они ищут маньчжурское золото или что еще там они рассчитывают найти на этом плавучем гробу, нам надо придумать, как отсюда свалить. Мужик в пятерочку вглядел. Плиз, я хотел сказать, я, наверное, все неправильно понял. Не поняла. В общем, я несколько поторопился с выводами. Решил, что ты типа заодно с этими уродами. Или там... Но я... Дураку ясно, что это не так. Они обошлись с тобой ничуть не лучше, так что... А вдруг она шпион специально. Хочешь с вами? Переведу? Он извиняется. Ну, я... Ладно, извинения типа приняты. Типа приняты. Окей. Ай, ёпта. Окей. Окей. Ну как мог, так мог, извинился, чё, блин. Чё бы не принять, правда, что... Опа. О, картина, сейчас снимаем. Что там? А, сейчас узнают, что это фиг знает. Зачем это брать, если это ничего не несет? Ну, может, покрутить можно как-то, повертеть? Нет, он сразу же ложит. Ну, фиг его. Не дает даже возможности. Там картина, кстати, какая-то была. Очень, очень жутко. Знали тебе, что будет небольшое приключение? Ну, как бы вот, все очень-очень жутко все. Там он какой-то сало. Да хай его знает, что там. Да бляха. Сначала картину сначала. Картину, Аня. Да я хочу, чтобы потом уже не возвращаться. Просто картину закроется и все. А мы сейчас возьмем какую-нибудь фигню, и она... Блин! А, блин, ты не нажала быстро. Да я думаю, мы здесь долго будем. Так, мисс ДЖ Ривера, Локу Драйв, та-та-та, ну это понятно, короче, адрес. Привет, куколка. Я так по тебе скучаю, мне еще 3 месяца до отпуска, я сразу же отправлюсь прямиком в твои объятия. 3 месяца. Я был с ребятами в увольнении на берег, выпил там немного пива, но ты не волнуйся, я думаю только о тебе, если понимаешь, о чем я. Как там работа? Надеюсь, твой босс... Блять. Я умру не где-нибудь там. Да назад сделай. На корабле призраки. Надеюсь, твой босс тебя не донимает. Я знаю, что ты можешь о себе позаботиться, но все равно жаль, что я так далеко и не могу тебя защитить. Чувак, отсылку кораблю-призраку пока сказал. Пока я стою в карауле в трюмах, только и делаю, что размышляю. Внизу темно и страшно, другие парни видели, как вокруг кто-то бродит, но ты всегда в моем сердце и бережешь меня. Скоро я приеду, найду работу механиком, и тогда мы сможем пожениться и завести своих детей. Мы будем счастливы вместе вечно. Очень тебя люблю, целую, Миллер. Бессмысленная записка. Очень да. Рады за тебя, Миллер. Ну, пошли. Несбыточные мечты. О, сейчас оценим. Что-то там... Почему это сорвали со стены? Зацарапано.
А это не картина? Ну все. Почему это типа сорвали со стены, он говорит. Что-то тут какой-то кусочек надо найти, наверное. Сессива написано. Может... Больше ничего вроде. Не знаю, ладно. Ну, тут какая-то картинка, типа, но она, по-моему, не действует, да? Нет. Там вроде картины за девкой, но они тоже не действуют. А вон какая-то, вот здесь что-то. Еще. Блин, эта корова села на самом месте. Как туда нам пройти? Что за подстава? Ты как? А, ты можешь просто с ними пообщаться. Наслаждаюсь нашим роскошным круизом. Кстати, я нашел письмо. Парень писал домой про призраков на корабле и прочую хрень. Призрак. Да. Напряжение. Жуть. Ну, да, то есть тут нет призраков. Так? Надеюсь, призраков мы не встретим. И без них забот хватает. В общем, там один парень жаловался, что другой косит под больного, чтобы не караулить трюм. Вроде как он не в первый раз уже так делал. Вниз никто не хотел ходить. Короче, мораль, похоже, такова. Держитесь подальше от трюмов с привидениями. Я ж говорю, нормальный мужик. Может, топовый. Может, они сочковали просто. Да, ну или там суперпризраки. Это как? Это так. Призраки, но 16 бит. Аня, ты помнишь? А, только я 10 минут назад ничего не поняла. Она рассказывала про покойников, нельзя беспокоить и так далее. Да я вообще не понимаю их действия. Они сейчас шастают по целому кладбищу. Так, а что, злоба, какая разница, что ты замышляешь? Оптимизм, наверное, ищут золото. Ну давай оптимизм или промолчать. Эти болваны, наверное, хотят разбогатеть. Ищут маньчжурское золото. Которого, может, и нет. Что, если они его не найдут? Она меня бесит. Ну, правильно? Что делаем? Смотри, у него майка Салем. Салем. У нас два варианта. Так, провокация, мы не хотим приключения, огорчение у нас два... Молчит, да. Лучше бы тайком сбежать. Промолчали. Но я не знаю как. Куча ссылок к Салему, Силен Хилл. Здесь мы ничего сделать не сможем. Будем дальше осматриваться и искать выход. К этому, как он называется? Да, до скорого. Фильму «Корабль-призрак». Так, давай, пособирай еще, посмотри, что тут есть, а то и так уже с ними побазарили. Ой, сейчас дырка будет капитальная, походу. Давай, 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 тяни, тяни, а, во. Ага. Е-е-е. Наш крутой парень все находит. Так я говорю, блин, мужик. Натуральный мужик. Походу его убьют первым. Да, с моими великолепными... Так, посмотри, место вроде освободилось, теперь можно пройти к картине, или нельзя? Наверное, нельзя. А чё он матерится? Ну, матерится нехорошо. Я смотрю, машинное отделение. Дэнни, ты обыщи трюмы. Грузовые трюмы? Ты серьезно? Ты их видел? Олсен, там все на сопля держится. У меня инструментов нет, чтобы помочь. Делай, что говорят. Хана, мужик. Козёл. Что я сказал? Ничего, сволочь. Ничего, сволочь. Все, хватит. Заткнись, джуниор. Будь тут и следи за заключенными. Заключенными? Заключенными? У нас тут тюрьма? Конечно. Чудесно. Мы скоро разбогатеем, если заткнешься и будете делать, что скажу. Что-то здесь не так. Не знаю, странное какое-то место. Олсен, мы должны были их просто ограбить. А теперь застряли на этом ржавом корабле, пропахшим что-то там. Еще и за заключенными. Как-то все далеко зашло. Заткнись, оба. Я ваш капитан. Вот и слушайте мои приказы. А, ну, окей. Короче, ничего мы там отдельного не узнали. Наверное, надо пойти помочь нашему чуваку. Что-то с нашим кораблем должно случиться. Ну как? Не могу открыть. По классике. Сюда. Эй, сюда. Ага. А они как будто не видят, что ему помощь нужна. Ну, блин, жахните с ноги. Ага, все отвалится. И все сюда прибегут. Вскрыть и вылезти. Стоп. Мы не знаем, куда ведет эта шахта.
Вот и выясним. Да, вот выясним. Ага, вот заодно мы и выяснили. Мне выбить решетку? Ну, конечно, альфа-самец. Кто-то должен отвлечь. Будет шум. Альфа-самец. Конрад, за дело. Ты да. уже пару раз получил, так что можно еще. Да, можно еще пару раз получить. Так, да? Картина, место так, отвлечь, подпереть. Под, отвлечь, наверное. Блин, да, но я уже подперла. И мы там что-то так и не посмотрели. А мы все посмотрели, больше не было ничего. Ёпта, он ее сдвинуть не сможет. Ну ё-моё, наконец-то хоть кто-то пришел. А-а-а, где? А-а-а, давай, а-а-а, ну давай. О, бляка, я успел пирожить. Только она, походу, вовнутрь. Ой, ну, короче, на себя открывается, а не вовнутрь. Серьезно? А как кто-то открывает? Они стол здоровенный, тяжелющий держат. Как они его открывают? Толкать, толкать, толкать. Вот же! А еще не хотела. И что, он даже не посмотрит? С. А, подожди, не. С. Блин, я сейчас точно договорю. Серьезно? Серьезно? Ну это же я! Ну ладно. Ну ладно, хотя бы одно. Давай. Кто-то сбежал. Там сильно, блин, быстро было, у меня что-то это залипнуло пальца. Так а мне вот интересно, один обычно пошел медленно было, типа. В трюм, второй пошел в куда-то там моторное отделение. Остался один, а че их там двое бегало? Надо идти. Нет, нахрен. Надо идти. Надо вернуться за Флис, она попалась из-за меня. Ну нет. Почему из-за тебя? Героизма. Нам надо скорее убираться отсюда. А че из-за тебя? Не, туда ну, и... надо спасти без... девку, что делать-то, правда? Че, ну, как лошары? Ну это, конечно, максимально было тупо. Чувак прошел и не заметил. Заметил бы только, если бы кто-то там дернулся или, я не знаю, что-то сделал, сказал. И да чё? Блин, ну чё ты же не переворачиваешь-то? Как-то не понимаю я вот это управление совершенно. Тут надо держать, типа? Ну да, наверное, зажми. Ну, переворачивай. Алло. Господи. Во. Всем членам экипажа правила внеочередных караульных нарядов. В связи с особыми мерами безопасности на этом заседании солдаты, несущие караул, должны соблюдать дополнительные правила. Удвоить охрану на всех постах, все смены. Не разговаривать, не играть, не курить, не употреблять алкоголь, не делать ставки. Караульные, увлеченные в нарушении любого из этих правил, будут подвергнуты самым суровым наказаниям, вплоть до военного трибунала. Приказ капитана Форта. Парни в 3А... Никого нельзя пропустить. Серьезно, никого. 3А какое-то подозрительное место. Ну, это вот эта фиговина, которая, скорее всего, какой-нибудь трюм. Все, больше тут ничего нету? Нету, вроде. Да, наверное, нету. Так, идем дальше. Так, они туда прямо живут, тополи, по-моему. Да фиг его знает. Походи, посмотри, поброди. Ёпта, так обосраться можно с такими звуками. Может, мы что-то найдем? По сути, нам только картины надо находить. Не, может, какой-то ножичек там или... Раскрыта тайна вонючих носков и грязных трусов. Блядь. Черт, он это мне, типа, знаешь, так сказанул. Я говорю, может, что-то полезное найдем? И он такой, ага, типа, фу, на раскрыта тайна трусов, блин. Не, ну он что-то есть. Ёб твою мать! Грёбатая вонючая крыса. Вонючая крыса, господи боже мой. У меня чуть сердце в пятки не ушло. Да я тоже немного шуганулся. Грёбатая крыса. Скотина. Идите в жопу больше. А чё он туда вообще руками полез? Вот мне интересно. Вот нахрен? Мне показалось, что там типа что-то лежало. Ну хорошо, ну а нахрена он вообще туда полез руками? То есть, ну, что-то же его должно было привлечь внимание. Ух ты ж, блин, эта дура там стоит. Стояла. Да, я вообще так шуганулся. Не понял, кто там стоит. Это, думал, призрак какой-то, а это дева. Алло. Может, это призрак, да. Интересно, куда все подевались? Вот она. Люк, что ли, или это призрак? Нет, там другая стояла, там как медсестра стояла. Они могли исчезнуть. Прикольно. Опа,
Опа. Вон, вон. Опа, карта. А где же стрелочка? Вы здесь? Блин, я согласна. И юморит, и веселый, самый топовый чувак. Ну, больше некуда тут топать. Ох ты. Супер, спасибо. Ну, это не страшно. По сравнению с крысой. Да, сюда теперь? Да, походу тут вариантов-то нет. Подожди-ка, она что стоит? А куда дели второго афроамериканца? А, не, вон еще туда можно было. Так, и что, куда ты что делать-то? Куда тот-то ушел? Чтобы мы с ним так одной как... дорогой не пошли. Какая разница, иди куда. Ладно, пойдем тут, где что-то, мне кажется, где же приятнее свет, дорога. Ну, что ли? Как его знает, тут свет тоже мигает, непонятно. О, туалет. Пойдем побасымся сейчас, тут... здесь от страха, я чувствую. Фабрику кирпичную. Опять бумажка, да вы запарили? Или, или норм? Письмо очередное. Эйлин Рид. Милая Эйли. Я направляюсь домой, я наконец-то направляюсь домой. Мы услышали об этом еще несколько дней назад, но я хотел знать наверняка, прежде чем писать тебе. Вот и все, радость моя. Последний поход через Тихий океан. И я снова буду с тобой и девочками. Скорее бы вас всех увидеть. Скажи Джилл и Нэнси, пусть радуются. Уже скоро приедет папа, и у него для вас всех подарки. Я перед отплытием сходил на рынок, купил там разные отличные вещи, которых у нас не достать. Я очень рад, что снова в море. На суше тут жарко, чем в Оклахоме летом, и спрятаться от жары некуда. У меня все нормально. Я ведь получаю твои письма, они придают мне сил. А вот некоторым ребятам приходится туго. Вы помните Винсента из Талса? Мне кажется, бедолага уже спятил от долгого похода. Его надо было отправить домой. Но он не набрал очков для демобилизации. Я знаю. Не повезло. Ну, что, переверни? Ё-мама. Действительно пугает меня. Он продолжает говорить мне, что на корабле есть маленький мальчик, который каждый раз ведет его в трюм, а потом убегает. Зайца у нас тут быть не может. Сейчас, когда война закончилась, наш оперотдел бдит как никогда. Этот кусок, наверное, вычеркнет цензура, но все же. Вот до чего может довести человека такая служба на железе. Мне пора, милая, снаружи какие-то беспорядки. Обычно это значит, что в ближайшее время я буду сильно занят. Скоро напишу тебе еще. Целую, Роберт. Я вот интересно, протагониста вот этого, которого вначале мы за которого играли, у которого убили, насколько его вырубили? По сути, ему дали в рожу, он на сутки вырубился, проснулся на гауптвахте, а тут так рассказывают, что они в пути были там несколько, я не знаю, недель, и потихоньку сходили с ума. Что за бред? Я что-то не понимаю. В принципе, некуда идти дальше. Ну да, стандартно, значит, короче, дальше. Короче, одну да. записку только что взять. Только бы Флис была жива. Да а что ей сделают? Что они с ней делают? Ему всего лишь ухо слегонца. Блин, я сюда так уверенно шла, а тут дороги не оказалось. Бывает. Ты слышал? Если ты имеешь в виду зловещие звуки, нет, не слышал. Опа. Еще как? Ага, старый корабль во время шторма. Какое ж тут все огромное. Какое же все огромное. Самый прикольный шторм, старый корабль, и вы ну, точно думаете, что звуки и правда идут какие-то потусторонние? Да тут все что угодно может так делать. А вот наш тип, значит, он сюда нормально дошел, без приключений. Что-то здесь можно посмотреть? Опа. Ну, алло, открывай. Ничего не поняла. Все положи. Ну и ладно. Ну и ладно, короче, не буду. Половину мы походу пропустили, половину еще пропустим. Что подумаешь? Ну пока мы живы, как бы. А, все. Да. Не знаю, конечно, что там с девчонкой случилось, которую мы киданули. Мы никого не кидали. Ну это она я, сама. Блин, лошара. А где-то тут можно было что-то посмотреть. А, вот. Ты сделала все, что могла. Ну давай, иди, иди. Ну что такое-то? Вот же лежит. Ой, ё-моё. Что там что опять? Что это? Какая-то букашка, козявка, бумажка. Крыса? Крыса? А, черепок от крысы? Да, походу.
И стоило это смотреть вообще. Хотя, ну да, по идее. Я думал, что какое-то что-то дадут, оружие. Опять дневник, который я там не смогла открывать. Я только хотел сказать, мне очередной дневник, который, в принципе, по сути, мы все равно открыть не сможем. Или в этот раз мы сможем его открыть? Может, он даже будет. Ну вот я что-то не понимаю, он ду делает, типа, и все. Можешь маус один нажать. Можешь нажать несколько раз, типа. Маус три или еще что-то. Вот я взяла, так. Ну, воспользуйся. Вот. Пипец. Капитан запретил пить аж до конца плавания. На трезвую-то голову сразу понятно, до чего на корабле тихо. Ну, там подрались эти два дебила, Уилсон и Андерсон. В плавании, но Феррис сразу все пресек, и с тех пор тут тихо, как в церкви. Побалакал с парнем, который помогал грузить на корабль. Он сказал, что среди прочего там была куча гробов. Ну и чё вроде как. Но он сказал, что там один малый следил, чтобы все гробы грузили строго в один отсек. Чтобы только так. А простых вояков там не заботятся. Я вот теперь и думаю, кто мог в тех ящиках быть. Пятница 13-е. Феррис сказал, один из ребят наделал самогон из припасов, которые они натырили. В 6 часов надо с ними встретиться, заценить, что там. А самогон получился фигня. Феррис сказал, что за 4 кружки околел, но я сказал, что он гонит. Это ж просто мутная водичка. Окосел. Я услышал, как один малый говорил, что смог посмотреть на эти ящики, надо его найти. Узнать, что он видел. Может, и мне поможет поглядеть. Все заметано. Он уверен, что сможет меня провести. Сегодня ночью мы туда посмотрим. И? Ё-моё. Ага. Все обломалось. Мало который хотел мне помочь, слег в лазарет. Док Финли думает, что он сочкует. Может, так оно и есть, но Миллер говорит другое, мол, с тем местом что-то неладно. Не знаю, о чем это он, но он тот еще тип. Не хотелось бы вместе с ним влипнуть, я так скажу. Перес говорит, ребята нагнали еще самогона. Если честно, в лом идти и пробовать. Но чем еще заниматься? Новости. Новая партия вышла хуже предыдущей, чтоб я еще раз шел к этому тупому Пересу. Я прошлой ночью стоял вахту с Воловицом и чуть со страху там из-за него не рухнул. Воловиц тоже напугался и давай нести чушь про какого-то сержанта Джонсона, который пропал без вести в джунглях. Может, это как раз Джонсон и его ребята в тех ящиках плывут домой, как и мы. Я успел заглянуть, и, господи, там все было, как парень в порту говорил. Ящики так расставлены. Все укрыты флагами, опрятные такие. Если там правда Джонсон, его упокоились с честью. Дядюшка Сэм нас никогда не оставит. Он сделает все, чтобы мы все... А, не туда. В смысле? Алло. Не в ту страничку, следующую. Ну, листай. Да в смысле? Он сам листает вообще. Нет, алло. Значит, все, он возвращает. Алло. Ну, видимо, все, наверное, больше нет страниц. Да, вот там была еще книжка перед этим. Ну, надо к ней топать, видимо. Но видишь, ящики какие-то с джунглей. То есть чуваки какие-то, которые как там погибли, выйти? Эти ящики алло. Достали. Алло, джунгли. Выйди. Вот даже интересно, что за джунгли и что за ящики. Че, будем возвращаться назад? А, ты помнишь, где книжка была? Ну, где-то была. Я, в принципе, интересно. Да нет, пошли вперед, пофигу. Ну ладно, а куда идти-то теперь? Часть истории на там, меня? Часть истории тут. А я не знаю, кстати. Алло, куда идти-то, девушка, подскажи мне, куда все пошли-то? А где туда? Этот был афроамериканец ваш? А, вот он. Ну вот, ёб твою ж... Да, медсестричка, теперь его он тоже заметил. А чё она ручкой махала? И вообще, почему она на корабле боевом? У них ну, там были наверное, женщины? Наверное, была медсестра у них. Хрен знает. Прикольно. О, загляни. Картина. Сейчас узнаем. А кто это кого бьет?
Одноглазый капитан лупит нашего брата старшего. Имен не помню. Ну и не надо. Отлично, будем знать. Ну сюда идем. Кто первый умрет? Хотя мы ставили на вот этого чувака, но видать. Может он не умрет, может у меня получится в этот раз. Опа, заставочка. Отбиться. Готовься, Аня. АСД. Нет, не облокачивайтесь на эту трухлявую фигоботину. Опа. Фонарь туши. Чё, к чему фонарь не потушил? Серьезно, он рукой его прикрыл. Девка хоть допетрила. Капитанша ходит. Ну да, вот сейчас он их и выловит. О, как раз. Попробуем стырить. Отлично. Отлично, да. Я знаю, как мы получим пороже. Я знаю, как мы умрем. Я знаю, кто из них получит сейчас пороже. Что? Хрена он там какой-то. Кувалду? Кувалдищу взял. А как он их просек? Кто там что сказал? Что-то кто-то брякнул, ну кто, непонятно. Специально отошел. Да, давай. Да, давай. Да. Вперед. Все, хана ему. Опа, блин. А ты откуда, Кипоник? Че? Не самая блестящая идея, так? Ну да, не стоит. В смысле? Вы уже съехали? Сейчас он вот такой кувалдой. Но! Что должно случиться, однако? И вот они реально его не видят. Смотри, они сидят, и он реально никого не видит. Ну, типа, кепка мешает ему полностью взглянуть. Так, кто здесь? Серьезно? Я тебя слышал. В смысле, там босс же был впереди. Кто здесь? О, наш идет. Слизняк. С девкой с нашей. Не ори, я пытаюсь услышать, что происходит. Я не ору. Заткнись, я хочу узнать, где остальные. Девку передали. У них один пистолет на всю толпу. Так и не говори. Они носят этот пистолет друг другу, передают, блин. Ай, кошмар какой-то. Что мы делаем? Мы же шли за ними. Нельзя подходить близко. Так, мы их обгоним. Хочется верить. Фига, они там помчали. Там, блин, все должно было продетовать. А у вас есть карта? Еще и закрыли. А не говорил. Главная палуба. Все, вот этот сейчас получит по роже, готовься, Аня. А, вот, я теперь этим играю, чуваком. Готовься. Кстати, у них вроде был один фонарик напополам, а теперь что, опять они типа какие... тот передал, они так же, как оружие передают. Как и с пистолетами, я только и хотел сказать. А вот у меня вопрос, а как они знают вообще, куда идти? По сути, это же абсолютно нужно. Они же карту там изучили. Ага, мы находимся здесь, да? Да. Они просто изучили же карту, ты что, тебе все шарят? Да просто идут, мне кажется, куда глаза глядят. Да, даже не понимаю, куда идут. Ну что, нет? Что-то этому вообще мало возможности что-то пощупать. Блин, прикольно буду спать после таких этих... Хотя только крыса была шугливая, так не спать. Ну да, крыса такой момент был, конечно, жесткий. Просто шторм, старые трубы. Что здесь творится? Вы вообще-то забыли, что снаружи шторм? И почему что, корабль вообще не качает? Вот так же должно, по идее, штормить. Подожди, ну кто-то впереди стоял? А это наша девка? Ну, тетенька. Господи, боже мой. Погоди, мы здесь уже были. В смысле, мы здесь не были? По-моему, нет. Точно тебе говорю, Алекс. Ты что, водишь нас кругами? В смысле? Когда мы здесь были-то? Она что-то ёпнулась, что ли? Да. Не были мы здесь, это же кухня. Ой, фу. Суп дюжур, мадемуазель. Подумать, ты умеешь готовить. Малыш, вот поженимся, и я стану твоим личным шеф-поваром. Чё за наезды на мужика? Да не говори, блин, что-то она мне разонравилась уже.
Я думала, любовь будет, а тут все недовольно, а готовить ты не умеешь, это ты тоже. Ты без руки, ты без ноги. Так, аккуратно. Сейчас сломается. Блять! Господи, боже. Нет. Алекс, это было не очень, но там противно. Что там? Посмотри! Она меня взбесила за тот момент. Иди посмотри. Ого. Че, блин? А чё оно не прогнило за столько времени? Я думал, что пожёстче как-то. Не, реально, а чё оно не сгнило за столько времени? Там свежачок валялся. Что-то было. Ну, свеженькое мясо. Кого-то свежего съели, наверное? Эй! Не знаю. Сегодня так, по графику мясная заливка. Завтрак! Ну, понятно, это можно не читать. Гороховый суп тоже. Время как... Ой. Ты замерла. Весь корабль перестал работать. Да вы что, серьёзно? Ничего себе. Ты свои 5 копеек, ты что вставляешь-то постоянно? Что, туда ещё зайти? Может, что-то есть? О! Ура! Нож! Ура! Нам дали нож! Эй, осторожнее! Сейчас не время хернёй страдать. Классный нож. В смысле? Плохая может выйти компенсация для этих уродов. Сейчас? Конечно, берём. Берём. Вдруг понадобится. Мало ли что. Может пригодиться. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то я засомневалась. Он их в трусы положил. Туда же, куда кольцо и фонарик, да, и прочее. Да, да. На следующем повороте он спотокнется и в задницу себе и воткнет этот нож. Аня, черт. Да. Черт, надо как было это? Не ты брать. Готова? До этого все, что я не взяла, обошлось хорошо. А ну, сейчас что-то это... Это до этого. Сейчас будет все топ. Что-то как... Да пролазь-то уже. А это еще что за место? В смысле, ты же здесь была якобы. Думаю, это правильный путь. Думаю, это правильный путь. А как вы об этом фига догадались? Фига тут огромный какой, здесь ничего нет. О, все, жопа, сейчас начнется. Че? Туман вон гребатый. Ядовитый. Так, как там я читал-то, я забыл. Сейчас открывай. Их начнет всех глючить. В смысле? Мы там за август, по-моему, читали. О, да а это июнь. Так я говорю. Мы в море совсем недавно, а еда мне уже надоела хуже смерти. Сегодня вечером кормили совершенной бурдой. Но все лучше порошкового омлета, который был на завтрак. Бррр. Не сомневаюсь, что коки изо всех сил стараются... я поняла. Что коки изо всех сил стараются сделать из того, что есть, что-то съедобное. Но клянусь, я убить готов за свежую еду. Дома первым делом выпью большой стакан холодного молока. Почти во всех американских газетах писали о той резне в Филадельфии. В голове не укладывается. Мы уплыли на край земли, чтобы сохранить мир в нашей стране, а дома тем временем люди убивают друг друга на улицах. После таких новостей хорошо бы выпить пивка. Но капитан запретил все спиртное. Видать, придется ночью считать овец. Все? Все, наверное. А, новая страничка? Еще есть. В общем, ничего интересного не сказал пока. Так. Ребята устроили в одном из игровых трюмов соревнования по борьбе. Я выступил неплохо, но Вагнер меня в конце концов одолел. Я пошутил было, что его надо дисфицировать из-за размеров. Но куда там? Такого только толпой завалишь. По крайней мере, ест он точно больше остальных. Я уверен, что груз, который мы там везем, как-то связан с пропавшим отрядом. Кажется, им командовал сержант по фамилии Джонс. Груз мы нашли примерно там же, где пропал во время войны его отряд, ушедший в разведку. Все говорили, что Джонс везде видел выгоду. Он услышал легенду о зале со статуями чистого золота, построенном тысячи лет назад для маньчжурского ребенка-императора. Говорят, что те статуи прокляты, но это полная чушь. Не знаю, нашли ли солдаты золото, но из разведки никто из них не вернулся. Может быть, как раз сейчас они возвращаются домой. Вот, да-да. Вот, ну, вот, видимо, да? Да, проклятые статуи. Проклятые теперь, статуи, это они и есть. Теперь мы знаем, что произошло или там, типа. Ну или что-то уже чуть-чуть знаем. Ну не все. Ну вот, смотри, так, туман поднимается по воде. Быстро. Вот этот туман говнястый по воде. А вон еще картина новая. Угу, сейчас дойду до нее. Или не в воде, там, в общем, по это лужам. Здесь вроде ничего нельзя больше посмотреть, да? Ну, давай. О! Бля! Зря я нож взяла! Походу взяла! Выкинь, если выкинь до нож. Этого было только подобие, что они там что-то вроде как.
ну там держат там друг друга, там еще что-то. А тут уже видно, что он ножом втыкает. Выкинь нож. Пипец. Что-то не так. Блять! Пизда, блядь. Здесь кто-то есть! Что? Ну, какой-то звук. Какой-то звук? Чувак, это мне. Спрячь ты этот нож! Сейчас он втыкнет своего брата. Я точно что-то видела, движение какое-то. И что? Соберитесь, беспокойство. Наверное, просто крысы. Да. Наверное, просто крысы. Да, нож только убери. Не смейся надо мной. Не смейся надо мной. Он убрал нож? Сейчас, он не убрал нож. Убрал, слава богу. А, убрал? Да, да. Самое прикольное, братинник целую эту медсестру уже дважды видел, реальную. Я помню это место. Мы ходим. И вообще он говорил про призраков. Мы все это уже видели. У нее класс. Да в смысле? У нас нет выбора. Мы не видели это, ты чё, там огромный зал такой был. Короче, нет, это явно не мой вариант. Что? Во! Гробы в жутких часовнях. Вот мы нашли не эту, о чем читали ранее. Так, пренебрежение, поддержка, промолчать. Тут жутко или промолчать? Ах, Алекс, образец спокойствия и утешения. Короче. Опять тебе все не понравилось. Страшно и жутко. Но это просто гора трупов, и они уже не оживут. Факт. Ага, гора трупов не живут. Да, все правильно, они не оживут уже. Пойдемте прочитаем, что это. А, блин, мы решили даже не читать. Мы решили просто открыть даже. Ну? О! А что там, их много-то? Не знаю. Это вообще человек? Все равно на соплях держалась. Она на соплях держалась. Да. Не будем как бы это... А я тоже не понял, он либо двойной, либо этот, как его, там два чувака. Ну видишь, типа два этих. Ну вот вроде как один и второй скелет, ну, внутри, позвоночник. Типа это чел с двумя головами? Наверное, не знаю, бред какой-то. Да ладно. Так может он так это его проклятием раздолбило? Типа скрестило. Не думаю, что они планировали Брайан Картер застрять на корабле призраков. Какая разница, кто на один секрет. Откуда? Они мертвы. Что? Они мертвы, Латунная табличка с именем солдата. И чё? Там просто было написано на один секрет какой-то невероятный, я уж и нажал об этом. Ладно, смотрим дальше. А они что-то там уже какие-то свои предположения там. О, может быть. Посмотри, похож на детский. О. Не хочу. Пошли отсюда. Маленький гроб. Да, может это малыш Дракула. А тут его родители, и они лежат в земле из родной страны. И потом они все нападают на Конрада и съедают его. Конец. Конец. Так он конец съедает его. Зачем забирать гроб на замок? Зачем здесь цепи и замок? Запертый гроб. Ну, чем не способ разорвать отношения? Че, нельзя вскрыть? У нас же есть ножик. Я все хочу куда-нибудь ножик этот запихать. Как это? Мини-обзор игры под Хэллоуин. Самое оно. Что такое? Точно. Ой-ой-ой. Ну я так смотрю, Кристик не сильно им помог, если честно. Блять! Я вначале так заугорала над этой крыской. Может, просто уйдем? Я слышу. Я думаю, суки. Я не могу, я усался. Ой. Не, я чуть не усался, но это было близко. В смысле, ты не испугался? Нет, ты слишком заверещал, и я... В общем, я... До слез. Сука. Ты меня насмешила до того, как я успел испугаться. Ты так это замечала, что я, блин... Ой, не могу. Это было весело. Или это уже шок? Не знаю. Не, ну слезы уже потекли. Слезы страха, надеюсь. Не может же быть только мне одной страшно. Не знаю, Аня, но я, блин, с этого места просто сался. Почти, почти. Ой. Это было смешно.
Скажи, кому как. Вот-вот. А я вначале только думаю, ой, такая крысочка. Я даже наконец-то, ну так, знаешь, не испугалась. Думаю, супер, все так хорошо, наконец-то. И тут, блядь, как вылетело. Вот еще чуваки с двумя головами, по-моему, не? Твою мать! Блядь. Сейчас не время валять дурака. Я серьезно. Да пошла нахер, блин. Я чуть не описалась. Да в пальчики по своему. Пальцы по своему. Чёрт, какого хрена? Не трогай, зачем к нему лезть? Просто так. Господи, боже мой. Подожди, так там еще была дверь? Почему мы именно сюда идем? Нет, подожди. А где блондинчика оставили? Блондинчик уже ускакал впереди планеты всей. Самый адекватный парнишка. Вот, здесь же еще есть какой-то выход. Давай посмотрим. Может, что-то найдем. Что-то есть. Опа! Бухло, давай. Вообще нужная вещь. Нет, не бухло. Лё, что делать-то? Крути. Так неудобно, пипец. А как, что надо сделать? И чё? Ну вот, это самое. Так крышку, наверное, открыть и выпить. Конрад, выпей сразу две... Эй, где он? К другому специалисту. Что? Чё, не поняла. Ну да ладно, весело и шуршаще. Может, там это Виагра было? Типа, выпей сразу две. Может быть. Или успокаивающее. Так, куда, сюда? А, вот за ним. Успокоительное. Нет, к нему больше не пойдем, мы уже у него были. Как здесь это, пальцы есть? Мы уже посували. Здесь что-то? Ну, подожди. А вон, по прямой комнате еще. А, всё, сюда нельзя идти. Да, о, еще прямо есть что-то. Вот, я же говорю, пока прямо пошли посмотреть. Куда подевался Конрад? Конрад! Блядь. Ну, решил проветриться. Конрад! Чёрт, здесь сейчас что-то будет. Так, ну. Еще один! Это что? Он умер от испуга? Жуть какая. Ну, лучше пальчиками не сувать. Ну тут и нельзя было. Я потыкала. Да больше ничего нету. О, что-то там было так, на столе. Так, вот здесь еще на столе. Бумажка. Ага. Сейчас он что-то, наверное, расскажет. Что-то симулирует. Давай. Крутись. Посмотрим. У этого парня был аппендицит, что вполне обычно, а потом... Электрокардиограмма. Он умер от обширного инфаркта. А вот это очень странно. Серьезно, ты врач? Ты что, врач у нас, чувак? Что-то я не помню. Ты вроде не говорил, что ты врач. Ну ладно, что, пойдем к этому. Попытка не пытка, да? Умер, смотри, у него скальпель внутри, умер от обширного... И что, алло? Не знаю. Ну, не знаю. Да, наверное. Больше ничего не тыкается, я думал, что будет. Ну ладно, надеюсь, он не станет за мной. И не пойдет. Не знаю, там его так показывали с лица. Кони! Кони! Да? Так, какой мы потерялись, Кони? Я так понимаю. Ну, брат ее, Кони, блондинчик. Кони, черт, да где же ты? Сейчас он такой, хоп. Готовься. АСД. Где Конрад? Наверное, ушел вперед. Кони! Да, кричи на чужом корабле. Тише. Тихо. Хочу и кричу. Кони! Пипец. Чёрт, пускай она первая умрет. Я говорю, жизнь у него была не самым лучшим решением. Даралась. Всё. Сейчас он и будет. Блин, нет. Я не хочу играть. Не, и правда, куда я Кони убежал? А вон так крыска. Тварь, блин, иди отсюда. А нет. Ты меня в прошлый раз так напугала жестко. А, он пошел спасать вот эту. Не твое дело. Идем заниматься любовь. Много-много любовь. А, теперь я играю. Нижняя палуба, мастерская. Скажи, куда мы, блин, идем? Вперед! Куда мы, блин, да идем? Кто бы знал-то куда? Никто же не знает куда. Ну иди, что ты не заходишь, алло. Я прорал бы, если бы он сказал, вперед идем. Ну ты спросила куда? Вперед, назад, право, лево. Что вот здесь вот было? О. Эй, бери быстрей! Назад! Бля. И назад. Капуша. Не трогать. Капуша. Капуша.
Ну, что еще у нас тут интересно? Быстрее бы схватила. Здесь вот нажми что-нибудь из крана. Кстати, она босиком идет, ты посмотри, она идет босиком. Да, босиком. По сути, там с куча ржавого металла, а она босиком топает. Ну, офигеть. Видишь, это нет выбора у нее. Так он тоже босиком. Стой. Прыгай! Да что ты стоишь-то? Ага. Подумаешь, трубы немного пожурчали. Ну давай, что-нибудь пахнет, ничего не, не дают мне взять. А? Вот, дверь закрывай! Ну! Пипец, да ты уже от него убежала, можно сказать. Ты не говори, вон Конрад отошел, оставили на минутку, все, сразу потеряли его. Ё-моё. Ладно, хватит! Выходите! Выходи, подлый трус! Чёрт! Туман. Или что там? Да, туман, смотри, жесть. Гребаный корабль проклят. Чувак, да ты самоочевидность. Ну, не говори. Вот зачем кепка. Кепку брать? Не знаю, давай подберем. Опять крыса какая-нибудь выпрыгнет. Кепка ССС, кстати. Посмотри. НГ Медан. А что за НГ Медан? Курс изменен. Что за курс изменен, мы что-то не знаем. Не знаю. Что? Что значит этот курс? Я не знаю. Военная чистота. Лис нашла капитанскую фуражку с надписью «И управлять». Что за управление? Не знаю. Ну, покрути, наверное, что-то как-то. Управление. Маус один зажми, наверное. Нет? Управление, скрипт, не знаю. Ну, ладно. Ну что, непонятно? Ну идем дальше. Что это за шум? Что ты имеешь в виду? Замолчи, не хочу ничего слышать. Олсен! Бля! Хамуха! Что за пара? Там все отключенное. Откуда там пар? Ну призраки типа гоняют. Понятно. Не делай этого, прошу. Что? Боже! Что? Что? Парень сейчас здесь, с нами, умер на корабле, что? Там и остаешься. Что? Да ну, бред какой ты несешь. А я вообще не понял, что он несет. Ну типа тот, кто умер сейчас с нами на корабле, тот сейчас остается. Да, засунь типа на корабле. Ему палец в рот. Ну я так и хотел попробовать. Куда подевались твои друзья? И помнишь? Я не знаю, что за херня тут творится. Она говорила нам про нужно найти Олсена. Не осквернять Олсена. Ну она вроде ничего не оскверняет. Ага. Про друзей. Олсен, черт, ты делаешь? А там ничего нету, блин, не вокзал, там какой-то проход. А чё, мужик умный, бабу пустил? Ну да, да. И как говорится, пусть. Ой-ой-ой. Разве? Да не, не парься. Да, там да, там вроде конечно. Бы должны были. Да, да, не парься. Одному набить, второму. Картин дофига. Ну, чья-то рука Вану... была. Уже мальчик бегает. Опа. Вот сейчас мы узнаем, кстати, что там. Да в смысле? Дай посмотреть. Не дал, короче. Сволочь. Фуражку дал взять, а картину не дал посмотреть. Там кто-то впереди был, там в начале рука чья-то была. Все этого сейчас едят. Че там? Беги назад, посмотри картину. Бог, что, черт возьми, происходит? А что, в чем прикол? Там мы вначале руку человека видели. И сейчас кто-то прошел. Ну, якобы ему кажется. А руку-то мы видели. Он что-то чувствует, слышит. Прощай. А чё случилось? Ну чё-то, короче, галюники у него жёсткие. Что за хрень? Ну пойдём посмотрим. Пойдем, да, картину. Трупак, пистолет. Так, теперь фонарик у неё теперь имеется. Ну кепку возьми тоже напяль.
Ну, короче, понятно, сейчас нам дают повод посмотреть на картину. Да куда ты? Сейчас узнаем, что там покажет. Какой-то чувак. Это что за вуду? Не знаю. Вуду шаман. Без так, понятия. А мы что, куда идем-то? Туда, да назад? Не знаю, давай или туда вперед? Пойдем. Давай вперед? Вперед, потому что ну там оттуда мы откуда пришли, туда нам как-то туда нас вряд ли отправят. Точнее, отпустят или что он. В смысле, я ж прожала. Может, зажимать надо? Зажми. Нет, там не зажимать, там тыкать. Тык-тык-тык-тык-тык. Получается, у меня этим не хватило времени, сильно я медленно тыкала. Понятно. Есть тут кто? Да, призрак, тебе стало легче? Блин, может сюда не надо было идти? Да какая разница? Теперь я думаю. Знакомое место. Не к добру все. Да в смысле, там света вообще не должно быть. Она прыгнула на ржавый пол. С говном упала. На ржавый пол, Аня. Чуть ноги не сломалась. Я вообще удивляюсь, как она себя не наткнулась ни на что. Реально упала на ржавый мешок. У нее топовые ноги. Не пробьешь, не сломаешь. Геракл. Не воткнешь, ничего не сделаешь. Супер же, супер чувиха. Да, вон он, этот опять туман дурацкий. Сейчас, о, чуткая история. Держать. Окей. Ну давай, поворачивай. Караульная служба, та-та-та. Ну это я тоже не считаю, охраняемую зону строго воспрещен. Зону строго воспрещен. Ну что-то ничего интересное. Единственное, что кто-то вычеркнул, типа умер. Видимо. Ну, возможно. К этому ведут, что-то случилось. На все туда нельзя, что ли, или что, алё? Скорее всего нет, там вот, там где трупаки, туда надо будет тёпать. Алло. Алло, кто ты? Что пошли ты? В задницу. Да не, не страшно. Тут самые страшные это крысы. Дважды уже. Дважды. Да. Справа было что-то. Да, вот там. Да вот иду. Господи. Что здесь произошло? Да какая? С кем ты разговариваешь-то? Вон, там пулемет был. Возьми пулемет. Мы посмотрим. Блять. Чарльз Тепес Перес. Ну короче, okay. В общем, какой-то Чарльз. Чарльз погиб. Ну, так, пошли. А где ты там пулемет-то увидел, что здесь? Да не, я думал, тут валяется пулемет, это не пулемет. Так, подожди, надо вернуться туда еще. Может, колочек. Тут еще какая-то комнатка есть. И тут же вот еще можно на заворот уйти. Угу. Сейчас здесь пошуршим, что есть. Давай посмотрим. Вон что-то там есть. Тут еще один труп. Труп или готовься, какая-нибудь крыса будет неочередная. Я просто глаза закрою. Фигаха, муха, нож. Нож. Еще один. Черт. Курс изменен. Че и курс? Корабли в ночи. Что это означает? Курс изменен. Не знаю, корабли в ночи. Типа что, вы вооружены, а можно без оружия. А теперь у тебя есть оружие. Да, теперь ты сможешь отбиться или наоборот получить... У сильно получить... многих есть оружие. Как минимум уже двое могут-то умереть. Это куда запихала? Это на ляжку повешала. Ножик. Как она его туда только повесила вообще, на эту ляжку? Машку за ляжку. Не знаю. У одного постоянно непонятно куда-то он вещи просовывает, они исчезают. Потом он достает вторая на ляжку. Прикольно. Да. О. И не говори. Чувак, тебе повезло. Ну, пока, мисс. Так, погнали. Ага. Так, ну я думаю, что на этом, в принципе... Выше нас. Давай же, мать твою, не туси. Надо будет заканчивать. Выше. Что в дальнейшем... Вот этого первого грохнут. Он как раз сейчас пойдет. Чувак, лучше ты сидел бы на корабле, тебя б не грохнули. Да. И не г...
говори, но он полезет. Бля, что-то нажимать сейчас надо будет. Ой, слава богу. Если б я что-то нажимал, чувак бы погиб, я думаю. Да, пока месси, он еще живет. Ну ладно. Да, дерьмо. Вот. Что? А. Ну, типа, ничего себе, это он в шоке. Да, вот на этом, думаю, ребят, мы закончим. В общем, поддерживайте лайком, ставьте, как говорится, комменты, лайки, комментируйте. В общем, подписывайтесь на канал. С вами был Саня Злойнот и... Анет, всем до новых встреч. Пока-пока. Всем пока-пока.